Всем здравствуйте! Мы уже с вами связали вот такую красивую шаль, и сегодня мы будем делать ажурную обвязку с помощью соломоновых петель и пышных столбиков. Со второго моточка вот я оставила немного пряжи для обвязки. Верх шали я закончила как седьмой ряд, то есть воздушными цепочками, и обвязала столбиками без накида. И теперь вот оставила нитку, от которой буду делать обвязку по шали. Вот я развернула к себе обвязку, вот как удобно обвязывать. И теперь вот за вот эти воздушные петли, которые мы по 3 воздушных для подъема делали, за них буду захватывать столбиком без накида, вытягивать длинную соломоновую петлю приблизительно, ну вот как вы видите, где-то 2,5–3 сантиметра. Провязываем соломоновую петлю. Теперь 1, 2, 3, 4 воздушных петли. Возвращаемся в первую воздушную петлю и делаем накиды, потому что будем провязывать пышный столбик. 1, 2, 3, 4 и 5. Вы можете делать больше или меньше накидов, я делаю 5 и провязываю эти все накиды вместе. 1, 2, 3 воздушные петли, снова возвращаюсь в ту петельку, в которую вот мы делали все 5 накидов, сделала соединительный столбик, сделала еще одну воздушную петлю, и теперь вот такую же нужно провязать соломоновую петлю. Вот я вытянула ее подлиннее, захватываем рабочую нить, протягиваем через эту петельку, и теперь между петелькой и вот этой вот рабочей нитью снова захватываем нить и провязываем столбик без накида. И теперь вот наша обвязка. 3 воздушные петли, под них провязываем столбик без накида. Вот первая у нас. И сейчас покажу еще. Снова воздушная петля. Вытягиваем длинную петельку для соломоновой петли. Стараемся, чтобы они были все одинаковой длины, так как это обвязка, чтобы было красиво. Провязали соломоновую петлю. Теперь 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. В первую воздушную петлю провязываем 5 накидов. 1, 2, 3, 4 и 5. Провязали их все вместе. И теперь закрепили воздушной петлей и 3 воздушных. 1, 2, 3. Вернулись с соединительным столбиком в ту петельку, из которой мы вывязывали все наши 5 столбиков. Еще одну воздушную петлю для закрепления. И вытягиваем длинную петельку для соломоновой петли. И снова прихватываем ее столбиком без накида, вот там, где у нас были 3 воздушные петли для подъема.
И вот такая красивая ажурная обвязка будет на нашей шали. И когда вот довязали обвязку, вот с одной стороны захватили уже за последние воздушные петли, и теперь снова воздушная петля, делаем соломоновую петлю. 1, 2, 3, 4 воздушных и провязываем из пышных столбиков. Пышный столбик провязан, 2, 3, 4, 5 накидов, 1, 2, 3 воздушных петли, присоединили. Теперь воздушная петля и еще одна соломоновая петля. И вот теперь, где мы ее будем привязывать. И вот столбик без накида мы сделаем не там, где вот 3 воздушные петли начинаются, а вот там, где мы провязывали 3 столбика. И вот здесь захватываем и провязываем столбик без накида. Вот. Вот здесь. А теперь следующую соломоновую петлю будем прихватывать вот в этом месте. И далее тоже пойдем за воздушные петли прихватывать. И так довязываем до конца. Вот как вы видите, после того, как вот мы посерединке провязали соломоновую петлю, далее сделала захват под арочку из воздушных петель, снова под арочку из воздушных петель, и так продолжаю далее. И вот такая красивая обвязка получилась на нашей шали. Всем спасибо за внимание, до новых встреч!